Новую эффективную технологию утилизации лигнина производственного отхода БЦБК разработали в Ирниту совместно с компанией Web Engineering. Ее представили на международной конференции по экологии озера Байкал «Белые ночи-2016». Технический университет выступил соорганизатором мероприятия, где собрались представители региональной власти, бизнеса и ученых из России, Китая, Казахстана, Монголии и Кореи. Нужно привлекать на эту площадку еще более активно университеты. В частности, технический университет. Он своей природой предрасположен, чтобы власть, бизнес, науку объединять на своей площадке, подключать экспертов самых разных, международных, так, чтобы это было действительно все открыто, прозрачно. Тонны наследия БЦБК в виде киселеобразной массы хранится на 12 шламовых полях Прибайкалья. Существует угроза в сходе сели отходов в само озеро. Ученые Ирниту предлагают рекультивацию шлам-лигнина с помощью извести и вяжущих веществ. В результате получится монолит, который не будет представлять опасности. До конца года правительство Приангарья должно выбрать технологию по утилизации лигнина. В следующем году начнутся сами работы.